В Одессе 2 дня шел снег. Посмотрите, что творится. Ты что думаешь, легенький? У нас катастрофа, просто катастрофа. Везде снег. Служба убирает, но они не успевают убирать. Мы с трамвая не могли выйти в болото. Посмотрите. По тротуарам идти сложно, лед. А на дороге болото по колено. Сегодня пятница. У нас 2 дня шел снег. Очень сильный. Снег с ветром, с дождем. Температура была плюсовая. 0 плюс 1. Ночью минус. Посмотрите. Попадало 500 деревьев. В общем, мы выходили сидели 2 дня дома, вообще не выходили, потому что это было невозможно. Электротранспорт не ходил или его толкали. В общем, видите, это еще все убирается, еще все не убралось. Некоторый транспорт не ходит, потому что ветки висят прямо на проводах. Вот мы сейчас идем и показываю. По льду это немножко посыпано. Потому что чистить было невозможно. Снег шел с ветром, с метелью. То есть я снимала только маленькие такие видео из окна у нас во дворе. Сейчас мы идем по Нежинской. Вышли на трамвай на Дворянской, угол Нежинская. Просто хочу показать, потому что многие пишут, что ой, у нас такого добра хватает, это типа снега. Ребята, вы не понимаете, для Одессы снег это катастрофа. Чрезвычайное положение, да, это красный, как это, уровень, да. У нас объявлен красный уровень был. Дорога Одесса-Киев была закрыта. Она и сейчас перекрыта, по-моему. Нет, уже открыли для чтобы люди поехали, но люди не могут ехать, потому что там сугробы. О, видите, люди падают. Так, тихо-тихо. Вот мусор. Надо идти очень осторожно. Это вот сегодня снега не было, но ночью было минус 5. Сейчас нулевая температура. То есть, а ночью опять будет минусовая. Такое бывает в Одессе. Не часто, но бывает. И когда такое происходит, вот я вам хочу вот это показать. Когда такое происходит, тогда это просто катастрофа. Коллапс, да. Люди убирают с утра, я знаю, и ночью убирают люди и машины, но не успевают, потому что очень большое количество снега, что даже с другой области, по-моему, в Одессу присылали. Да? В Одесскую область, Винницы. Да, с Винницы в Одесскую область прислали помощь. Вот, смотрите, я хочу вам показать, сколько снега, какие дороги. Вот видите, здесь чьи-то дочистились. В общем, я 2 дня сидела. Представляете, как я сидела, я бы не могла. Вот видите, это все чистится, но настолько сложно. Мы переходим Льва Толстого улицу, вот я хочу показать. С этой стороны, с той стороны. Вот лужи. Надо идти очень осторожно. Трактор прямо на тротуаре чистит. Да. Это мы в самом центре, а чуть-чуть, вот чуть-чуть дальше. Просто гололед. Хотя вот весь здесь, я так поняла, недавно очистили, да? Потому что. Да, потому что. Очень сложно, очень сложно. Смотрите, эти сугробы, вот это все.
Опять ты у меня в экране все время. Вот это все. Видите, вот этот трактор чистил уже. Вон он дальше. Дворники. Да, вон он дальше. И дворники работают. Ну, дворники вообще пашут, я не знаю, слышала, с 6-5 утра. Подожди, да снимем трактор уже этот. Чистят, чистят. Так, идем. Пришлось немножко остановиться. Идем по улице Нежинская. Просто делаю репортаж после, как это, метели, вьюги, что у нас было. Штормовое предупреждение. Вот дерево само уже упало, вот только ветки остались. Но, о, видите, трактор чистит, видите, совсем другое дело. А вот рядом нам повезло, мы идем по тропинке трактора. Да. Где мы идем, прямо или налево? Пойдем налево. Да, вот здесь, видите, лед. И не потому, что не чистили, а потому, что вот оно тает. А потом замерзает. Идем, что ты встал? Налево. Это же переход, что не там? Не там. А, вот видите, работают, люди работают. Ой. Мама. Да, вот мы идем, переходим улицу. О, посмотри. Ой, а там сколько деревьев, да? Смотри. Ветки. Ветки, да. Деревья. Да. В общем, катастрофа. Но это всегда так в Одессе. Когда вот такое происходит, это постоянно. Хорошо, что не обледенели. Провода обледенели, но не так, как было. Я же говорю, в 70-каком-то году был один раз, да? И в 80-каком-то, вот я не помню, каком конкретно. Тогда было жесть. Это провода все были коркой льда покрыты. Коркой. Они просто обрывались. Да, и они падали. Ну, сейчас тоже такое есть, но... 76-й, по-моему, год. И 84-й или 85-й. Нет, 84-м наш сын родился, такого точно не было. И 85-й... А, ну ладно, не помню. В комментариях, вот. Почему? Я помню, что 84-й... Я, например, не помню. А поэтому... Ну, я тоже не помню. Я помню, что 84-й был мороз, был снег. Это я помню. Потому что тогда... В 80-х годах, в принципе, каждый год был мороз и снег был. Ну, это как бы... Это сейчас как-то нет почти ничего. Это стало редкостью. А раньше это было постоянно. Так. Ой. Вот видите. Это нам надо сюда. Зайти. О, вот провода оборваны, это пожалуйста. Интернет у кого-то оборван. Ну, оборваны же. Бедные люди остались без интернета. Ужас. Да. Ну что, вот такая обстановка в Одессе. Вот, смотри, какой-то кабель висит. Это интернет. Тоже интернет? Вот обходим упавшую ветку. Не только интернет-кабель. Ой. Вот, скользко. Это как юка. Ага. Не юка, а туя. Туя засыпала. На улице, чтобы вы понимали, тепло. 0 градусов. Ну вот. Так, нам надо зайти в магазинчик. Зашли в магазинчик. Для кошек и собак все. Тут корм. Магазинчик. Покажу вам хороший. Мы здесь все покупаем для нашей кошечки. Надо выходить так осторожно. Так. Спускаемся. Вот,
хорошо, хоть сейчас нету никаких осадков. А завтра обещают дождь. Вы представляете, что это будет? Это будет... А ночью мороз. А ночью мороз, да. В общем, это... Вот, видите, ну это целый, видите, чистят, чистят, конечно, все чистят. Вот, я покажу вот здесь. Мы на улице Преображенская. Угол полицейский. Вот смотри, какой лед. Так, проходим аккуратно. Все показываю. Поворачиваем на Преображенскую. Вот кто почистил, там чисто кафе. А кто не почистил, там скот, видите, эти приличные. Там закончился, и на 24 числа, и все открыли. Да, у нас работает, все работает. Вот, смотри. Вот. Магазины, рестораны, кафе, все работает. Это они специально открыли, чтобы чистили, что знали, что будет вот такое безобразие. Ну я шучу, конечно, нет. А, покажу, как вот так. Все выглядит чищено, и какие вот такие вот сугробы, это которые почистили, их кидают, потом они будут таять или вывозить их, я не знаю, куда они будут деваться. А? Игорь? Вывозить будут. Да? Ну да, в центре, может быть, и будут вывозить, а вот где-то в другом месте. В другом месте они и не убирают. Ну, в другом месте сами люди, если смогут, убирают, если нет. Да. Поворачиваем на улицу Греческую. Да, поворачиваем на улицу Греческую. Ну, вот Греческая вам, пожалуйста. Вот все, лед просто песочком посыпали. Я не знаю, это, наверное, это чистили. Чистили? Да. Немножко чистили. Чистили, но оно... Когда двое суток идет без перерыва. Без перерыва. Ветер, очень сильный ветер был. Такой ветер. И поверьте, падали не просто какие-то маленькие деревца, а большие взрослые деревья падали именно. И это были не трухлявые деревья. Да, Игорь? Да. Вот, смотри, да, покажу. Что все в снегу. Останавливай, нам нужно зайти в магазин. Фига себе. Мы покупали за копейки, а тут 57 гривен. Да. Ну что тебе сказали, что так дорого? Да. Ну что? Скорее всего, нет. Так, мы продолжаем идти по улице Греческая. Да, людей прилично вышло на улицу. Да? Да, люди сидели дома, не выходили. А теперь вышли. Ветра нет, снега нет. Да. Можно погулять. Не погулять, просто пойти купить хлеб. Или... Да. А мы закупились, мы когда видели, что такое начинается. Мы купили хлеб на 2 дня. Все остальное у нас есть. Идем здесь повернем. Идем. Стой, у нас сейчас. Так. Поворачиваем сюда. Это улица Адмирала Жукова. Да, вот видите. Да.
Сосульки. Слева это русский театр. Сосульки. Какой-то. Слева русский театр. Справа был кинотеатр в советское время. Да, сейчас его нет. Вот. Ничего не чистят. Ну, пожалуйста. Что, они себе не хотят чистить? Здесь люди почистили, чтобы можно хоть идти по тротуару. Что-то они несут такое. Что это, печка какая? Витрина. А, так, пропустим. Пропускаем людей. Так, проходим. Одесский русский театр, служебный вход. Да, да. Это все было. И эти два дома уже новые. Да, уже новые, да. Слушай, здесь вообще не почистили. Что, с ума сошли? Это чтобы вы понимали, это мы сейчас выходим на Дерибасовскую. Поняли? Вот вам центр. Я не знаю, что это за безобразие такое. Ну что, у них музыка играет в баре. И вот такое вниз. Так. Пожарный проезд. Что-то за двором такой. Так. Выходим на Дерибасовскую. Там уже видела, трактор поехал. Но я иду по льду. Вот, по льду иду. Так, да, я тоже пойду сюда чуть-чуть. Знаменитый парком Принц. Но его не видно, он полностью перекрыт воротами, забором, потому что... Вход открыт. Вот, забором, потому что ремонт идет. Вот здесь убирают. Ну, конечно, Дерибасовская убирает. Живые автомобили. Да, вот. Здесь движуха, уборки видно. Думскую убирали, я видела по камере. Веб, по веб-камере. Ну вот смотрите, видите, вот все в снегу. Так, здесь покажу. Это наш горсад. Ну понятно. Центр города. Вот вам грузовики. А что это там легковая машина какая-то едет? Я не поняла. Что за наглость? Ну-ка, выезжаем, показываем, что за наглость. У нас нельзя по Дерибасовской ехать на машинах. А, ребята играют. О, мреха пошла. Так. Кава. Львивская кава, мы проходим кафе. Вот, я думаю, что кафешки сами убирают, скорее всего. Ну, людей, да. Ну, сейчас 5 часов где-то, около 5 вечера, да? 4. Да не, уже по 5. Я же говорю, около 5. Часа. Вот смотрите, указатель какой весь застывший. 4 часа. 4, да? Да. 16:00. Да. Повернули на Гаванную. Вот повернули на Гаванную. Вот там какой-то забор упал. Ну, тоже вот видите. Так, идем за эту музыку, здесь мы проходили, меня забанили. Сейчас она будет еле-еле слышна, и они опять скажут. А музыки не слышно, ля-ля-ля-ля-ля-ля, музыки не слышно, ля-ля-ля-ла-ла-ла. Нету никакой музыки у нас, я сама пою. Игорь, ну чтобы мне было слышно музыку, ну что ты? Я не хочу, чтобы там... Что-то женщина встала и стоит, а что? Живет здесь. Ну,
Так ей же не надо туда проходить. Чего? Безобразие, да. Упала. Ужас. Так. Смотрим, что. О! Ой-ой-ой. Так тут прям это. Показываю, где на где я иду, куда мы идем. Вот это да. Ремонтные работы шли какие-то. Поворачиваем на улицу Лонжероновского. Большой ласточка. Здесь вообще пройти нельзя. Хорошо. Поворачиваем через нее. Проходим. Проходим через дорогу. Потому что тут сейчас пройти вообще нельзя. О, смотрите. Вот. У нас происходит. Это наша любимая пиццерия. Тоже музон включит. Чистят. Вот паб шотландский, шотландец в снегу. Так, сейчас покажу вот эту лестницу. Да, опа. Идем аккуратно, сосульки. Да. В общем, вот такая вот у нас катавасия. И вот такое происходит сейчас в Одессе. Скоро этого не будет. Главное, чтобы завтра успели немножко убрать до завтра, потому что если будет дождь, это будет еще хуже, катастрофа. Ну вот сейчас мы дойдем до улицы Екатерининская. Это столовая «Чернослив». Шумить опасно. Или здесь нет сосулек? Идем прямо или налево? Ну, идем прямо, дойдем до оперного. И, наверное, все, да? Ну, зеленый же. Нет. Ай. Ну, хорошо, покажу вот так, что на Екатерининской происходит. Ветер начался. Какой ветрухан поднялся. Вот я так Екатерининскую показываю вам. Тоже. Мы еще будем стоять и стоять. Так, так продолжаем идти по Лонжероновской. Что-то там перекрыто красными ленточками. Нет, не почистили, легче перекрыть. Класс. И как же людям идти? Вокруг. Очень здорово. То есть надо идти по проезжей части. Вот это Маман. Кафе Маман.
А, там вон что-то дырка. Там что-то катастрофа какая-то. Провалилась. Вот так вот держал. Провалилась, да? Да. Люк провалился. Провалился люк. Вот это да. Шо, ой. Что-то все, ой, да. Вот, проходим. Снежное все. Все в снегу. Так, здесь нам будет скользко. Проходим, проходим. Сейчас там люди идут. Сейчас мы подходим к оперному театру. Вот, смотрите. Так. Выглядит вот эти красивые деревья, которые в снегу. Ой, спасибо. Вот мы подходим к оперному. Мы уже подошли. Здесь тоже супер прелесть болота. Нафиг эта красота, кому вот этот снег. Чтоб вот так вот столько. Раз в год, ну так, чтоб запомнили на десятилетие, да? Вот здесь, возле оперного, центральная площадь. О, ветер какой. Ну, собственно говоря, вот и все. Сейчас дойдем по фонтану. Площадь почистили. Да, ну хорошо. Вот здесь почистили. Потому что вчера это все было. Ну, здесь, наверное, чистили тракторы эти. Потом люди. Это шоколадом горячим пахнет, да, или мне кажется? Вот дворёк. А. Вот шоколад. Ну, собственно, все. Вот наш оперный. Вот мы сейчас идем по Приморскому бульвару. Вот видите, здесь все убирают. Приморский бульвар убрали, возле Думской убрали. Вот сейчас убирают возле Дюка, потому что здесь было все в снегу, все. Все было покрыто. Да, конечно, здесь убирают хорошо. Вот здесь. Сейчас снег. Ага. Вот. Видите, как убирают. Вот и Потёмкинскую лестницу убрали. Вот. Внизу солдаты убирали. Внизу вон солдаты. Да, курсанты. Курсанты. Да, сказали же, курсанты будут убирать.